Всем привет, дамы и господа, парни, девочки, мальчики. Осталось у нас один челлендж. Пьюрист. Ни хрена ничего нет. И нет нифига айтем-румов. Мы ходим голышом, пытаемся пройти игру. Ну, здесь очень важно получить дьявольские сделки, очень выгодные. И, конечно же, хороший дроп с боссов. Если этого не получится, то уж никак уж не пройдешь. Все, поехали, погнали. С вами Витек. Заезжаем. Заезжаем, сказал. Так, подвал. О, как. А здесь башка Гаппи. Не знаю, не знаю. Кстати, его порезали, видите, раньше он стабильно давал, по-моему, 4 или 5 мух. Сейчас такое ощущение, как будто рандом от 2 до 4. Посчитали, видимо, что имба был. Хотя, я бы никогда к любому этот артефакт не отнес. Ой, что-то я заикал, что ли. Так, вот комп надо зачищать полностью. Может быть, здоровье, например, в какашке лежать. Оно мне сейчас понадобится. Да, накипятили мы тут. О, пара пауков. Изи. Учитывая, что у меня мухи сейчас всех поубивают. Реально по две мухи начал плодить. О нет, вы что, издеваетесь, что ли? Какого хрена вообще? Оно здесь делает. О. Так. Ух ты. Кусачья комната нас начинает. Воу-воу-воу. Начинаем скучать. Начинаем с кусачьей комнаты. Ух ты, подарок судьбы. О, как. Ого. Ой, что это? Не, это не пакт, это какая-то фигня. Ух ты! Ого! Бам-бам-бам, как говорится. Я Ван Дам. Ну там еще крутая денежка есть. Оп, привет, привет, привет. Всем привет. Здрасте, здрасте. Блин, где угодно может быть. Ага. А, давайте рискнем. Бомбу, бомбу дай. Ого! Какой бессмысленный уровень. Давай сразу на газ. Блин. Спускаем на него сразу всех собак. Ой, в смысле, всех рук, которых накопили. Расстреливаем года. Давай, ты сам раздавишь одну муху. Сейчас он ее раздавит. Эй, ты куда? А, гад. Ух
чуть там все рвануло-то? Каких-то пор там что-то рвется в углу. Так, вот здесь надо взорвать по-любому. Ты смотри, вот это везение. Ох, мамочки. Что-то новое я такого не припоминаю. О. Ну, это не то чтобы хорошая вещь. Да ладно, и ничего там не было. Но обычно с трех грибов что-нибудь да выпадает. Интересное начало, скажем так. Вроде артефактов понабрал много. По сути. Все на том же месте. Ну, смотрим, что будет дальше. Так, Basement 2. Типа шокет. Типа шокет. Так, здесь пока пустырь. Эдыгда! Круж, паукан! Суслик, паукан, тара-на-ра-на. Ну, пилюльки. Лимонка! Тогда-то была лимонка. Ну как много пауков, Так, хороших камней нет. Ключей мне нет. Ох, ё, испугал, блин. Монстра. Спасибо монстру. Так, он какой-то серенький. Что-то делать не будет у нас. В коем случае нельзя попасться, потому что нам необходимо сделать с дьяволом. Видимо, он будет паркать сегодня, да? Авель, это, конечно, жесть. Твою мать! Не дай бог. Почему он прыгнул и проскользил еще? Что за бред? Ну... Твою мать. Ну ладно, хоть артефакт хороший выполнил дамаг. А все, больше ничего и нет. Секретка только вот здесь наверняка. Фига себе. Защитованные слезы. Очень интересно. Блин, если бы я еще и с дьяволом поторговался, какой-нибудь там бримстон выпал бы. Ох, это было бы вообще. Ну, что тут говорить, как говорится. Не поторговался я с дьяволом. Ну да, конечно, ну, надо поприветствовать. Блин, еще дамаг побольше. Еще бомба была бы. Варит мои глаза. На одном глазу пельмо. Ну, то я просто могу расстреливать.
Кто кого? Никто никого. Ну давай, я их заборол. А давай босса. Пестилайтс. Ой, что это? Что это с ним? Ой-ой-ой. Что происходит? Это прикуряться, да? Блин. Что так рванул-то? Пауков давай плодить, да? Загнался куда-то в угол. Давай пауков плодить. Блин, а пауки ну, меня жрать хотят они. Хорош. Давай, еще чуть-чуть, гаси его. Сам заехал туда в угол. Я его там и победил. Ага. О, да. Полеты Гаппи. Вторая часть. Три части Гаппи. Такое возможно вообще? Стоп, а зачем мне тогда полет? А я в любом случае останусь. А я в любом случае останусь без сердец. Хоть мне полет и не нужен будет. И в любом случае одинаково. Так что берем полет для массовости. И берем кошку. Становимся Гаппи. Круто. Ты на случай вдруг что-нибудь выпадет, типа рерол. Я рерольность у меня, потому что вообще толком ничего нет, что я могу спокойно это пореролить. Ну, прикольно, теперь могу поднимать все. Блин, ну с Гаппи вообще проперло. Здесь вы понимаете, что это 1 на 1 000 000. Такое может случиться, что ты в сделке открываешь сундук, а там еще и 9 жизней. Это вообще не, я не представляю, это как должно повести. Блин, ну если я эту катку залью, это пипец будет беда. Так, пустая банка и лестница. Да что ж ты будешь делать? А где нормальные-то вещи будут сегодня? Возьму ключ с бомбой тогда. Лестница вообще мне не нужна, получается, уже. Пустая банка, но я даже не знаю, для когда и при каких обстоятельствах ее брать. А мне так бред. Лимонка. Я рассчитывал на увеличение мух. Там. Опа, неплохо. Неплохой у меня дамаг. Довольно-таки часто стреляю все-таки. Плюс. Вот, ну, с каждым попаданием у меня появляется муха. О. Ой, блин, взрывная мысль. В этот раз у меня перманика нету, ребят. Поэтому не буду рисковать. А чё, все? Ну-ка, сейчас чекаем. Здесь секретка. Там ключник. Блин, я такой кот. Я такой кот. Няшный Гаппи кот. Кто его Гуппи называет? Правильно его Гаппи называть. Все, десант. Блин, это везение. Теперь главное отожраться, ребят. Главное отожраться. Так, войти я смогу. Пожалуйста, сердец мне. Пусть одна из них будет. Болтсап. Так, вторая болт стил. Спиддаун. В принципе, могу толком-то не улетать. У меня есть такая вещь, как Shielded Tears.
Защитованные слезы. Плохо, что в сделке был просто полет, а не скэри. Если бы это был скэри, у меня бы сейчас были пролетающие сквозь все слезы. Это было бы вообще круто. Было бы вообще бомба. Аркадин. Аркадин. Так, запоминаем. Аркады хорошие. Вещи. Здоровеньки. Аркадий Петрович. Ужас, блин. Да ладно. Я был уверен, что она там. Так, а где же магазин? Здесь вот магазин. Так, красная фигня. Даже не знаю. Наверное, лучше. Наверное, лучше. Мне кажется, что вот здесь он будет у нас с вами. Если это здесь, то это круто. Да, отлично. Сейчас мы с вами попадем в босс-челлендж, не имея нужного количества здоровья. Ух, хорошо поджарил. Тихо. Готов. The Sun. The Sun. Ну, давай прожмем. Вопрос, брать руку или не брать? В принципе, она мне уже не актуальна. Ух ты! Вот это я мастерски. Давай. Так, ну бобовая эта фигня. Так. Чувствуете, чувствуете, чем попахивает? Неординарным прохождением. Так, мы фул хп. Мы продолжаем мочить козлов. О. Blood Donation. Блин, мне ключи побольше, да? Это больше для босса, мне кажется.
Эти хорошо отнимал. Тихо. Как он приятно сразу стал. Так, и ничего, да, больше нам не дают. Сделку с дьяволом, говорят, что-то ты так отожрут, и да не хочу. Так, Что подвет дает, я не понял. Пофиг, взрываем. Больше у меня нет возможности с ним торговаться. Так, крючку возьму. Пердежку возьму, да? Так, теперь в аркаду. Там можно еще пару раз донатнуть. Выпадет, не выпадет, не знаю. Эх. Че, Мулиган-то не выкинул? Ключей бы мне побольше. Вот я не знаю, я обычно на ключи вайню. А тут, ну, так как есть хвост. Хвост очень много сундуков дает в конце уровня. Поэтому мне ключи, пожалуйста. Я буду здесь по полной программе пытаться выжить. Ну, потому что здесь нельзя так. Иначе. Иначе можно остаться с нехваткой там одного здоровья, например, где-нибудь в самом важном моменте. Поэтому я буду до последнего тут пытаться что-то выудить. Уж вообще не прет. Давай, эту штуку. Блин, ни штуку не дает. Ничего не дает. Жесть, сколько я уже денег у него слил вообще по нулям. Мне что, показатель удачи минус один? О, бомба. Хорош, я уже устал. Ну, наконец. Каким раком муха там меня ударила, я не понял. Что за бред? О, ключики, спасибо. Хорош, давай. Вкусняшку давай. Реально, показатель удачи очень плохой, видать. Блин, у меня потихоньку регенерируется здоровье. Я же взял ХП плюс реген. Сердца. То что-нибудь ты мне дашь еще более-менее нормально? Нереально. У меня явно не 33% шанс. Тут, наверное, 15 максимум.
Сейчас бабло уже кончится. Последний запуск. Блин. Задницу вас. Обоих. Оп. Десант. Так, кейвы. Некрополи даже. Че не повыпал? Мухи, что ли, во второй выпали? Ой. О, спасибо. Спасибо за тирса. Ирсап это больше мух. Так, это мне не нужно. Это мне нужно. Ой-ой-ой. Чё-то я закрутился, запаниковал, не понял, куда и что. И... Все. О, как они классно в тот кусочек света зашли. Кусочек огня. Может, я его тушу своими слезами, оказывается, я не знал. Мне нравится этот огонек, он и летающих бьет, что есть хорошо. Забаблили меня, забаблили. Так, хороший камень, сундук, еще гора просто денег, просто гора денег какая-то. О. О. Вот это я грамотно сбежал. Давай возьмем. Тэмис Хэт. Была бы Крикетс Хэт, я прям писал кипятком. Тэмис Хэт. Сейчас ее еще возьмешь, челлендж начнется. Да ну ее, все равно не буду пользоваться. Мне так-то огонь больше нравится. Тирсдаун. Ну, тирсап, тирсдаун. Отлично. Здесь вообще огонь, давай. Хоп. Хоп. Сердец. Фу ты, блин. Гады. Только дали, тут же забрали. Так, ну здесь будет босс, да. Здесь можно босса пойти пока качнуть. Твою.
адский босс. Дамаг. А, здесь я уже был. Извиняюсь. Здесь может быть что-то вкусненькое. Проверим. Да, здесь определенно что-то вкусненькое есть. Но не факт, что именно здесь. Да, именно здесь. Трин, 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 трин. Пусто. Ой, Холсап, спасибо большое. Вот этого мне тут как раз не хватало. Так, суперсекретка. Что-то как-то уже три места, где она может быть. Еще здесь. 4, 5. А, нет, здесь не может. 5, 6. 7 мест, где может быть секретка. Фу, ты ее нафиг не буду брать. Погнали ниже. Так, я все никак отожраться не могу, блин. Ой, ёлки-палки. Моя скорость передвижения, сюда только и лететь. Давайте попробуем проигнорировать это место. Может, у тебя вход через секретку вытащу. Ну давай. Плоское пение. Ну, по-моему, хорошее сочетание. Ключи, они нужны мне будут очень сильно. О, масочка, неплохо. Педал, неплохо. Неплохо и неплохо. Чувствуете разницу, да? О. Не. О, клёвый артефакт. Артефакт, это сундук. Ну просто для меня сундук это возможность артефакта. Да, шанс артефакта. Ну вот я поэтому так им радуюсь. Так, эти черти только денег мне дают. Ну, деньги для меня это ключи. Ой, прям на меня сел, гад. Нельзя же так. Так, там уже мамка. Как-нибудь скорость увеличить. Тихо! Гадство, а?
Вот навесом еще посылают. Вот основная проблема. Фейт. Полет и одну беленькую сердечку. Ух! The sun. The sun это good. Зупа гуд. Так, сюда я не попаду. Ну что, остается опять то место. Так, ящики, маленький ящик, в маленьком ящике, еще маленький ящик. Тихо-тихо-тихо-тихо, не нервничай. Плохо дамажит, кстати. The world. Пофиг. Так. Ключ. Отлично. Штекер возьму, и это возьму, ключ возьму, все возьму. Так, теперь у меня в сундуках будет еще больше падать, чем сейчас. Косяк. Ну чё, к мамке? Тихо. Куда ты меня сдвигаешь? Гадство. Гадство. Плохо. Все нехорошо, скажем так. Ух, темный вомб. The Sun. Вон, The Sun я прожму в любой момент. Дали, дали, сколько теперь дропается из сундука? Вообще жесть. Даже из обычного сундука сколько все надрапывается. Везет ничего. Кто-то меня раздамажил. Как он меня раздамажил? А ладно, пофиг, ключей много. Так я и не понял. Так получилось, что я дамаг словил. Нет смысла особого. Может больше именно мухи, а не я. О! Какая темная комната. Блин, и везде секретка может быть, а? Ну вылазь. Ну. Жесть.
Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Хотя бы сундук дропните после себя. Кстати, может быть секретка. Нет. Ух, сколько ключей. Здесь может быть секретка. А нет, здесь не может, и там не могло быть. О, босс. Так, ну что, на босса сразу? Ух, какой босс. Давно я его не видел. Тихо. Вот это гадство. Ждать, пока у него хвост будет вылазить. Я гоньку. Что так слабо ты, господи? Не пахло, дамаг я победил, получил. Блин, тяжелый босс для меня. Для сета с Гаппи это тяжелый босс. Пять миллион ключей. Пора ключного малыша брать. Точнее говоря, не брать, а получать где-нибудь. Парни. Парни, вы чё? Чё, и ничего, да? Ой. Так, 4 жизни. Маловато будет так-то. Так, ну ладно, до второй фазы вомба мы докатились как-то. Каким-то методом очень странным. Так. Чё вот здесь? Прям напрашивалось. Это у нас что? Воображаемый друг летает, стреляет. Лучше ключи падают. Ух, тяжело-то как, ребята! Все-таки челлендж. Действительно челлендж. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Парни, тихо. Сами мухи бы побольше дамажили бы. О, жесть, это я сейчас навеки вечные тут останусь. Они же летают по всей комнате. Они хотя бы мухи помогают. То хорошо. Так, с первым разобрались.
Ой-ой-ой. Ой. Ой-ой-ой. О, как. Шутдаун. Ну, конечно же, что это еще могло быть? Хочу, чтобы там была секретка. Пожалуйста. И... Поэтому я и хотел здесь секретку. Ну давай. Ба-ба-ба-ба. Ух ты, какой летучий. Блин, я только в него костерком. А он раз в другой раз. Нормалек, я их так зачистил-то, а? Опа. Подарок судьбы. Мухи выросли, а все, мои мухи тоже не выросли. Хотя не, может быть еще вариант. Еще может быть вариант. Это найдем. Убиваю всех. Может быть вариант, что с какого-нибудь мелкого выпадет. Ой! Блять! Витя. Он заболтался. Ох, он меня перестреливает. Оси! Да! Я прошел его. Я прошел этот челлендж. Угу! Рун оф Беркано. Что дает Беркано? Companionship. Summons 3 blue friendly spiders and 3 blue flies. Фу. Призывает 3 мух и 3 пауков. Да это фигня. Че открывал, мучился. Такой эпичный челлендж. Мне так мало всего дали, какого вкусного. Ой, ошикнул. Ну что, ребятки. Вот. Челленджи закончились. Как видите, все пройдены. И это есть приятно. Смотрим по статам. У меня... 163 секрета открыты, из 178 осталось 15. Где они, я не знаю, если честно. Поэтому будем думать, будем пробовать. Будем. Спасибо вам за внимание. Это был челлендж под названием Purist. Совершенно чистое прохождение без... комнат с предметами. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и, конечно же, жмите кнопочку поделиться. Смотрите Витька, и Витек будет смотреть на вас. Чё сказал, сам не понял. Пока.